Переходим к следующей теме, это циклы. Само слово «цикл» переводится с греческого «круг». В астрономии это период, после которого одни и те же астрономические явления повторяются в том же порядке. То есть вот у нас Солнце, вокруг вращаются планеты циклически. Циклы эти бесконечные для нас, смертных, но на практике, конечно, они, я думаю, конечные. Мы будем разбирать цикл while. While значит в то время как, пока, покуда, до тех пор, пока. То есть какое-то конечное действие, повторяющееся какое-то количество раз. Для этого переходим к 16-му заданию и из него сделаем 17-е. То есть тут же давайте пересохраним документ с новым именем. Поменяем тайтл на 17-й. Здесь я напишу while. Первый массив нам пригодится, мы на нем будем тренироваться. Первая переменная тоже нам пригодится, длина массива. И первое if тоже мы оставим. Здесь давайте зададим условие, чтобы выводилось число 8. То есть знак неравенства уберем. Пересохраним документ. Вот у нас выводится 8. То есть мы это уже проделывали в прошлом задании. Теперь будем двигаться дальше. Цикл while начинается с отправной точки, это начало отсчета, то есть мы должны установить, с чего цикл должен начаться. То есть нам вполне вот эта переменная подходит, мы начинаем с числа 8, то есть у нас хранится здесь число 8. Здесь я напишу в комментариях, что это начальная точка счетчика цикла. Дальше нам нужно задать условия счетчика. То есть давайте сразу напишем комментарии. То идет условие счетчика. Потом идет действие счетчика. То есть то, что будет происходить в результате заданного условия. И в конце мы должны обязательно увеличить счетчик на единицу, либо на какое-то другое увеличивающее число, чтобы счетчик дальше продолжал работать и выводить какие-то действия. Условие счетчика у нас вот практически выражено вот здесь в строчке с if. То есть мы это берем и меняем команду if на команду while, пока. До тех пор, пока. И чтобы условие работало корректно, у нас, как вы видите, переменная bigPlanet хранит число 8, а мы здесь написали условие, пока равно оно 8. То есть, чтобы корректно работало, мы здесь давайте напишем 20, а здесь напишем 20 у нас будет больше или равно. Действие это то, что у нас будет выводиться на экран. То есть мы будем увеличивать число на единицу и будет последовательно выводиться ряд цифр до 20. То есть вот у нас документ write, берем вот этот.
И здесь вместо 8 подставим переменную planets big, в которой находится число 8 изначально. И дальше мы должны увеличить счетчик на единицу. А точнее начальную цифру счетчика, которая находится у нас, видите, в переменной planets big. То есть здесь мы должны увеличить по-простому число 8 на единицу. То есть здесь пишем эту переменную. И увеличение числа на единицу переменной у нас выражается двумя плюсами. Это будет означать увеличить число на единицу, прибавить единицу к существующему числу. Такая конструкция. Единственное, что то, что должно происходить, у нас должно быть в фигурных скобках. То есть вот эту фигурную скобку мы ставим вот в это место. Сохраняем этот документ. И вот у нас Opera выводит число 8 первое, а дальше в цикле выводится значение с увеличением на единицу вплоть до 20. Видите, да? Давайте это выведем по вертикали, чтобы это было более правдоподобно. Здесь мы пишем тег br. И вот теперь видим это. Теперь эти видим числа отдельные, которые выводятся у нас с увеличением на единицу. Вот так работает цикл while. Ну, как вы уже поняли, вначале мы устанавливаем начальную точку, то есть число, с которого начинается цикл. Это может быть любое число. В данном случае у нас число 8. Дальше происходит условие счетчика, то есть пока в данном случае 8 меньше или равно 20. То есть, когда условие выполняется, происходит выполнение действия. То есть, выводится на экран число с увеличением на единицу, благодаря тому, что вот здесь в конце цикла оно увеличивается на единицу, и увеличивающее значение подставляется уже вот сюда. И цикл начинается по кругу до выполнения условия. Напишите соответствующий код. И дальше нам нужно выполнить два самостоятельных задания на основании уже вот этого материала. Они простые. То есть давайте здесь я сразу их напишу, что нам надо будет сделать. То есть задание 17.1 после этого, то есть создайте отдельную страницу с номером 17.1 и выведите числа с 40 до 60 включительно в цикле while. То есть вы это сделаете, сохраните, потом покажете. И второе задание 17.2. Заключается у нас, что нужно, используя цикл while, создать бесконечный цикл. То есть, по-простому, вам нужно задать условие, которое будет всегда правильным, и цикл будет повторяться до бесконечности, как вращение планет практически. В результате что вы получите? В результате у вас, вот я в Google Chrome задал его, у меня выводится страница, которая сама закрывается, и то есть браузер это не может переварить, и страница аварийно закрывается. В Opera вот похожая картина. У нас страница аварийно закрыта. То есть делайте это умышленно в учебных целях. И переходите к следующему заданию. Жду вас в следующем уроке, где мы продолжим
изучению, изучать тему циклов.